Парламент лишил Илона Шора депутатской неприкосновенности. Теперь его можно обыскивать, допрашивать и привлекать к ответственности. По первому запросу от исполняющего обязанности генерального прокурора Дмитрия Робу за это единогласно проголосовали 88 депутатов фракции ПДС и блока коммунистов и социалистов. Члены фракции Шор на заседании не явились. Всего Робу подал 9 запросов на снятие неприкосновенности Шора. Они касаются дела мошенничества, отмывания денег, организации преступной группировки и указаний ложных данных в декларациях. В настоящее время Шор находится не в Молдове. После того, как Робу подал запрос о снятии неприкосновенности, он заявил, что это ПДС с помощью политических шоу пытается отвлечь внимание общественности от своих неудач. В период с 2016 по 2019 год он не включил в декларацию об имуществе и личных интересах информацию о недвижимости, принадлежащей его жене, в том числе о сделке по купле-продаже недвижимости на территории России, а также о принадлежащих ей банковских счетах. Это преступление касается ложных заявлений. Возникает вопрос, находится ли он в стране, каким будет процесс, можно ли будет вернуть этого гражданина домой. Насколько нам известно, Израиль — единственная страна, которая выдает своих граждан. Прокуратура примет все меры для экстрадиции Шора в Молдову, чтобы привлечь его к ответственности за совершенные преступления. После того, как Робу подал запрос о снятии неприкосновенности, Шор заявил, что ПДС с помощью политических шоу пытается отвлечь внимание общественности от своих промахов. Политик обвинил правящую партию в установлении тоталитарного режима и узурпации государственной власти.